поклонюся ему. Пониже послушавши царя Идоша, и се звезда, и уже видевши на востоце, идяше пред ними, онде же пришедше ставерху, иде же бе отрача. Видевши же звезду, возрадовавшися радостью, велию зело, и пришедше в храмину, видеше отрача с Марию, матерью его, и падше поклонишеся ему, и отвергше сокровище своя, принесоши ему дары, злато и ливань смирну, и весь приимше во сне, не возвратитеся ко Ироду, иным путем.